Последний путь сегодня проводили большинство погибших на катере «Иволга». Это 14 человек, чьи тела уже опознали. Пассажиров затонувшего 17 октября судно хоронили и в Киевской, и в Кировоградской областях. Но большинство погибших все же одесситы. Среди них известный медик Олег Пивак. Врач руководил детской поликлиникой номер 6. Прощаться с ним спасся Преображенский собор пришли десятки людей, чьих детей спас погибший. Человек необыкновенной доброты. Он мог найти подход к любому ребенку, к любому родителю. Он спас столько детей. Утрата очень для города, утрата очень сильная. Он врач от Бога, детский врач. Он вылечивал таких больных детей, которые вообще не боялись его. Которых другие врачи руки опускали. Он спасал. Великолепный человек, светлый. Большой профессионал. Нашего сына он наблюдал с рождения и даже спас ему жизнь. Что касается спасенных, с Иволги под наблюдением медиков остается только один человек. Во время аварии он попал под винт катера и травмировал ногу. Сейчас пациент идет на поправку.